Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. Почему? Зашел я на Тайване, точнее на Тайване, на Айсе, на новый сервачок, относительно новый. На Айсе вы знаете, что есть два сервера, как бы было два сервера. Был, ну я не знаю, или так было всегда, или нет, был русский сервер и, ну, то русский, английский, европейский, скажем так, где можно выбирать язык для всех, и был арабский. Это было два. Как оказалось, сегодня я никогда не вникал в это, я на Айсе, в принципе, не играю. Здесь есть еще и Тайвань. И Тайвань, причем не простая Тайвань. Тайвань не Тайвань, а Тайвань, которая похожа очень с Тайванькой, которая у нас есть на... Так, что-то оно подвисает или еще, которая у нас есть на андроиде. То есть она отличается от других. Смотрите, показываю чем и сравним потом. Бардик, печеньки. Вот четвертой карточкой, этой четвертой карточки на Айсе. На Айсе, по-моему, обычно даже обновы нет. И у нас на английском сервере такого пака нет. Сейчас мы зайдем еще проверим. Ну, я бегал 100%. Почему сейчас вы видите еще другие отличия? Дальше. Что у нас есть интересного? Мэри, Паки. Найси, по-моему, нет, если я не ошибаюсь. Как видите, нету нового героя. Накопление. Вот. Такого, по-моему, на Айсе нет. Сейчас мы зайдем на Айс обычный, посмотрим, поищем возможность собрать огника. В принципе, очень быстро. Пак с новым, одним из новых героев и такое. Так, побежали сюда, посмотрим, сразу все перечекаем. Островок. Дуэлянт. Вот такой вот островок. Эти закрыты. Теперь акции, поехали, перепроверим. Накопление донатное. И за вход. Ну, это такое, самое основное. Сейчас идем, давайте глянем обычный этот Castle Flash. Это обычная версия. Ну как относительно, здесь даже обновления еще не было. То есть фонтан, это все на месте. Все как обычно, по акциям. Видите, да, акции немножко отличаются. Четвертой карты, ну это здесь не было обновления, какая может быть здесь четвертая карта, то есть они отличаются. Поехали обратно. Бесплаточка. Так, что у нас есть даже на роллинг, что-то сейчас я вам просто покажу и вы офигеете. Так, это роллинг по 20. Мы никакой имбы не вытащили. Печалька. Самое интересное, чего я решил вам этот сервак показать. Он, в принципе, как и все остальные серваки, но у него есть отличие от сервера, то, что у него привязка непосредственно к Тайване. То есть, кто хочет иметь такие акции, у кого есть iPhone, качаете просто этот сервак, и у вас будут такие же акции, как и на тайванском сервере, а там реально куча халявы, там есть возможность получить и зефира, я не знаю насчет зефира, или можно здесь его собрать, точно так же, как и на Тайване. Ну, судя по акции с огником, думаю, можно. Ну, в общем, такое вот. И тут у нас обменка. И дальше у нас третья обменка мне. И в самом низу, что вы видите? 20 монеток. 200 пыльцы и 20 бычка, и мы получаем новую карту. И вот эта вот карта, я не знаю, для меня это, честно говоря, шок. Наверное, она и будет для вас всех шоком. Посмотрите, что здесь дают.
Вот так вот. Блин, ну, с одной стороны, 200 пыльцы можно насобирать. Если взять бычка, Ронинов можно обменять, тоже можно без доната собрать. Но 20 монеток я не знаю. Если я не ошибаюсь, единственный вариант, где монетки дают, и то не золотые, это немка, и на остальных серверах там, я не знаю, может где-то и дают. Но если такой вот обмен будет везде, это, конечно, круто. То есть шанс без доната как бы будет, но я сомневаюсь, что кто-то за столько времени хотя бы сохранил или накопил 20 золотых монет. Для доната это не проблема, для без доната, конечно, это печалька. Одна карта всего, одна, и посмотрите, какие герои. Новая героиня, богиня, Лис, Мэри, Барт и Дуэлянт. Ну, блин, что еще тут хотеть? Я не знаю, это реально, это просто... Просто жесть. Это донатная VIP-карта. То есть она дается только... Я думаю, она не будет раздаваться, не будет... Возможно, будет продаваться. Ну, в лимитированном количестве. И шансы, наверное, тут будут просто дуэлянты падать. Нового героя. Ну, в принципе, может и можно будет вытащить. Не знаю. Для бездоната, наверное, это было бы самый крутой приз. Если бы хотя бы раз в год отдали просто эту карту. Ну, это же никогда на это не пойдет. Вы что, это ж просто нереально. Это жесткий дисбаланс будет. Но, блин, вот плюхи здесь реально просто бомбические. Не знаю. Мне это нравится. На английском сервере у нас этого обмена нет. Я думаю, что этого обмена на многих серваках не будет. Но я думаю, эту карту будут по-любому где-то либо продавать, либо давать. Но, конечно, шанс жесткий очень. Ну, собрать. Монетки сегодня есть у нас монетки. Сегодня даже монет не продают. Третья карта. Да, видите, с монетами печаль. Вот мы нанимали героев. У меня тут, наверное, начинающий аккаунт. Какие тут могут быть ЗПшки, какие ресурсы. Это только сегодня зашел, создал ради того, чтобы посмотреть. Не знаю, ну в общем вот так вот, ребят. Карта, конечно, бомбическая. Я в шоке. Но это круто, но с другой стороны 200 пыльцы. Ну, можно без доната насобирать. Камешки тоже, в принципе, как вариант можно. Дали бесплатных 10, еще когда-то можно будет насобирать. Но 4 дня оно идет, оно не везде, думаю, будет. Но сама суть, что, блин, здесь вот эти вот монеты, конечно, портят. Если бы они убрали хоть каким-то образом эти монеты, было бы, конечно, интереснее для бездоната. Ну, надеюсь, где-то дальше, возможно, что-то поменяется, их будут давать так. Это, конечно, круто, что таких героев залили в карту, ну, с одной стороны. С другой стороны, это просто жесть полная. Можно... Будет, я не знаю, или купить, или вытащить. Ну, конечно, я думаю, шансы на основного героя будут просто печальные. То есть достать где-то его. Может кто-то и вытащит. Но пока других вариантов нет. Я думаю, скоро будут осколки продавать и добавят в остров. Очень скоро, думаю, в остров добавят, потому что его, ну, должна обнова везде пройти. И на следующий, то есть на следующей неделе остров уже обновиться, сколько у нас там дней осталось. Как раз выходные. Да, 2 дня. То есть через 2 дня, по сути, обновится полностью. Ну, точнее, пропадет остров. Я думаю, обновление на Айсе сделают. Возможно, завтра, даже если понедельник. Где-то среда, вторник, среда следующий. У нас уже будет новый герой в острове. Должен, по крайней мере, быть. Ну, это не точно, вы знаете прекрасно, что IGG делает. В общем, вот так вот, ребят. Интересный сервак, как по мне. Давайте, кстати, глянем, что тут по силе. Делается АЭ-сервер. Лям 900, лям 900. Ну, довольно-таки плотный топ по силе, я вам еще скажу. Дальше все идет до ляма. Ну, наверное, народу тут не особо много, потому что его сложновато найти. Ну, а так, реально, тема прикольно. Ну давайте возьмем
Топ-400 хотя бы сделаем. тысяч. Да, тут народа мало играет, очень мало народа играет, но, как видите, реально плюхи кайфовые. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.